Всем привет, дорогие друзья, с вами Орало ТВ, и сегодня мы с вами опять начинаем играть в такую игру, как Assassin's Creed Valhalla. С УПСом я чуть-чуть пошаманил, назрю так даже почешу, пошаманил, и мне удалось получить еще 10 кадров, но, к сожалению, теперь только 50 FPS. Это печально, на самом деле, даже очень плохо, потому что без съемки у меня гораздо больше FPS, наверное, где-то кадров 120. Я не знаю, что они сделали с этим обновлением. У меня раньше было больше. Стабильно на съемках 60 FPS. Сука, оптимизация пиздец. В общем, ладно. Давайте не будем об этом говорить, не будем засирать юбиков. Мне же в конце концов играть в эту игру еще. Так что, да блин, что ж так назрет-то чешется. В общем, забыли. Да, показался. В прошлой серии мы с вами играли в такую игру, как Sherlock Holmes, Avar Corporation Detective. И мы, в общем, нашли с вами предателя, а именно Галил. Или Галин. Галин, да, его убили. Я, на самом деле, до сих пор не знаю, правильно я поступил, нашел ли я нужного предателя. Поэтому я телепортируюсь на остров Или. Вот он сверху, тогда вот сюда потелепортируемся. У нас тут недоступно, обязательно сюда зайдем и активируем эту точку. В общем, нам нужно в этот раз, Сома нам сказала, то, что нам нужно явиться на остров, прямо как по заявочке друзья явиться на остров и разобраться с ее друзьями. С ее друзьями, которые мы встретим попозже чуть-чуть. А мы сейчас полюбуемся этим северным сиянием, шлемом Эйвор и ее топором, который находится сзади. А, да, в прошлой серии, кстати, напомню я вам, я прокачал свою... А, даже так, нам не придется ехать. Так, ну давай-ка выступаем нахуй. Плыть по реке. А Z можно нажать? Да-да-да. Во! Погнал наш этот дракар. Короче, едем на остров Или, и сейчас мы поможем... Не пей тихо, а то меня забанят за авторское право. Хоть у вас голоса, скажем так, и живые, но... Да нахуй нам нужен этот лагерь, мы потом довернемся. У нас, кстати, дополнительное задание появилось, нам нужно найти припасы для постройки зданий. Но мы этим займемся позже. А сейчас мы едем на точку. Так вот, я хотел сказать то, что не пойте, потому что ваша песня является авторским правом, а я не хочу получить лимитед на свой видеоролик. В любом случае, не так далеко осталось до Ворона, который нам, собственно говоря, откроет нужную территорию, и мы мигом будем тогда телепортироваться. На данный момент у меня 39 кадров в секунду. Зарифить парус! Да что с тобой? Да нихуя! Так вот, и в прошлой версии у меня было, знаете сколько? Чистые 60, а сейчас только 40. Кто-то, блядь, тут что-то не договаривает. Либо я что-то не понимаю. Так, колонны тут такие неспроста. Вот такие вот кривые. Все сделано, знаете почему? Потому чтобы Эйвор могла забраться на любую жопу этого мира. И эта колонна не исключена, как я понял, да? Так ведь? Вот это вот. Да, конечно же. И знаете такую игру Genshin Impact? Там можно забираться куда угодно. Собственно говоря, эта игрушка Genshin Impact решила спиздить эту методику. Угадайте, у кого? Assassin's Creed Valhalla. Ладно, чуть не Valhalla. На самом деле Марио, ведь там тоже можно прыгать, да? Ладно, мы сейчас не об этом. Так, вот наш этот с базукой стоит персонаж. Осваиваем территорию, смотрим на красивые виды и поем. Синхронизация успешно. И, как обычно... Блин, я так не привык к тому, что тут нет сена под нами после того, как мы прыгаем вниз. В бывших частях, во всех, ну не во всех, но вот я играл в очень старые части Ассасина, такие как Bloodhood, или как он там назывался, Assassin's Creed 1 и Assassin's Creed 3. Я играл в такие части, и там всегда, когда я прыгал вниз, а еще части с Эдсо, но это, в принципе, перерождение еще там было. Там было везде такая херня, то, что прыгали в сено. Итак, Сома нам говорит, что делать.
Сома. Эйвор, ты все же пришла. Охуеть, блядь, проехали нахуй несколько километров. В темное время всем нужны друзья. Готовы, а нам нужна ваша территория. А, Вигмут, это тот чел, короче, я вам оставлю подсказку к себе, просто посмотрите. Это король трусишка, блядь, который тоже, как и первый, уже наготове, съебался просто как полный трухан, который наложил в штаны большую гору фекалий и, извиняюсь, кто кушает. Он укрылся в монастыре или на острове... А, на острове Илим. Да, как они, кстати, узнали, кто им сообщил? Галин? Область поиска. Так, область поиска, значит, открываем эту хуйню. Что ты видишь, Сёнин? Да, он видит вот этот вот монастырь. Наверняка он там на верхушке надрачивает. Но это я не знаю. Православный. Я чую его. Надеюсь, ему нравится. Надеюсь, ты последний в его жизни. Будешь чуять так, блять. Заебали эти глюки, ёбаный Ubisoft. Это не мой компьютер, я говорю, реально, я обновился, у меня начала такая хуйня быть. Серьезно, блять, почините нахер, почините. Так, давайте Джей нахуй. Сейчас еще и поднимем, кстати, этих припасов, чтобы для улучшения. Так. Поговорить, ну поговори потом со мной, в скайпе позвонишь мне, короче. Да-да-да, сдирай, а я пока прабабушка, да, у нас есть прабабушка. Я пока заберусь, блядь, что-то Эйвор... А ты как тут, блядь, оказалась, сука? Короче, я пока найду этого хуя, нам нужно его найти. Он наверняка, опять же, есть дырка где-нибудь в стене, по которой можно забраться вверх. Да, я же говорю, вот, пожалуйста. Так, а тут должно быть оконце какое-то, нет? Или опять вверх надо лезть? Давай вверх полезем. Тут, говорю, можно хоть на голой жопе, сука, наверх пробраться. Обо все. Эйвор прям реально как ассасин. Я вот до сих пор не могу воспользоваться этим крюком, который у нас на предплечье, или как он там. Ну, короче, херня, которая убивает с первого раза. О, лестница тут не просто так сделана. Значит, наверху что-то есть. Но Эйвор слишком брутальный лестница и лезет, как обычно, жопой своей. Че это за звуки такие? Так, ладно, мы пробрались наверх, на самую верхушку, тут никого нет. Сука, печально. Печально. Давай вниз. Еще вниз. А где же он, получается? Вниз прыгать я не буду, блядь. Там опасно. В монастырь. Блядь, только не говорите, что вход в монастырь был снизу. Так, как и должен быть. Потому что у нас ни разу не было такого момента, что когда мы идем вниз во вход, он там. Нам по-любому надо будет через верх идти. Так, это наши чуваки, не наши? Я хуй узнает, если честно. Блять, Эйвор, ты осторожен так. Не ухуебесничай тут. Искра, буря, эмоции, ну... Эй, постой! На нахуй! Прямо в лобешник! В лобешник! Достижение получено в Англию! Или как ее там? В Англию. Сука, ну такая же ты сука, серьезно. Вот. Гумы-гуш, гамагам, гум-гум-гум. Так, я понял. Открываем воронку. Ну, ворону нашему. Куда же надо? Мы, получается, находимся в этой... Начинается атака. Так, а чё мы одни сомы? Где наши чуваки-то? Они чё делают-то? Нет, если они ищут этого чувака, я не против. Но если они, блядь, в волыну гоняют там свою, ебать ему свертуханы. Так, лучники уже тут свои яйца выкатили. Да я лучник похлеже, чем вы, ё-мо. Не тыкай своей торопытовкой. Да, бля, ты заебал, мужик. Чё это за звуки? Все кто-то там скрипит. Так, опять Йохман, Яхмонен. Так, для тебя у нас есть специальный подарок. Замедление времени и в бошку стрелять. А еще можно в ногу, чтобы ты... А еще плюс само наведение. Так что, минус два одновременно. И все, и Сома молодец. Так, ладно, пока Сома тут всех наяривает, мы пока все-таки давайте найдем вход в этот монастырь. Может он тут? Да, тут священники. А что они тут орут-то? О, жрачка, спасибо, пацаны, за то, что мне дали пожрать. Так, что у нас тут? Добыча какая-то, серебро, клубок, вся херня. Так, еще один Йохмен. Блять, ну такие долбоёбы просто, такие долбоёбы, блять, убийство приведет к дискриминации. Так он сам под руку попался ему. Да ты заебал, мужик. Да чё ты тут? Ай, да иди нахуй. Чего, бля? Так, вон еще один вход, давайте зайдем.
Остров Или, Остров Или. А Остров И есть? Помните такую... О, открыть силой. Эвер, давай нахуй. Помоги еби. Мне скорее. Давай, 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 давай. Так, давай-ка вдвоем, вдвоем. А что дверь такая? Стальная, что ли, ё-мё? Делали на русском заводе. О, здорово, пацаны. А вы тут что делаете? Волыну тоже гоняете? Или что? Ждете, пока вас разгибут? Такие заспавнились. Тут специально. Еще один ёхмен. Ну ты и дебил. Трус. А, вот он, вот он, вот он. Смотрите, он тут пыль этого. Накопили пыли, чтобы специально нам глаза ел. Да, блядь, не надо, хп мало. Так, у него охранники хорошие. Охранники. Охранники заебись тут. Ну ладно, ничего. Сома, прикончи его. Сома, прикончи. Сука, он тут стоит. Давай, убивай его. Нет, нет. Фу, опять клинок. Молодец, Сома. Добить наверняка. Сука, а что так долго-то? Давай-ка. Ебать, нам опять показывают этот кадр. Кишки, кровь, все дела. Ever I love you. Реальная баба с яйцами. Прям обожаю таких. А что он делает в наших, в нашей голове или что это такое? Это что это вообще за место такое? Это кто эти люди вообще? Ебать, он жирный, сука. Нажрался там за счет своих этих, блядь, людей. Умрите, умрите. Сражайтесь, умрите. А сам-то что, жопу-то свою берешь и уходишь отсюда? Один, о, с нами Один сам. Их жизни за твою откупиться хочешь, Вигмунд? Да, я говорю, он, сука, дебил. Да, да, будут помнить, как самая маленькая черепушка в мире. Самая маленькая залупа с Уолл-стрит. Понятно с тобой все. И пусть богатство давали мне. Да власть. Опять начинается вот это, типа. Вот опять, опять! Меня прям вот это вот так бесит. Я в прошлый раз, короче, убивали этого короля. Все равно то же самое он говорил. О, я такой богатый, меня тут запомнит. На нахуй, все. И в бошку пробили, и того, и дела все, сами понимаете, все. Короче, у меня горло очень много засохло. Давайте-ка. Сдавайте. Все, все, закрыта дверь. Наши, наши, наши. Чего наши? Пусть знает тебя. Там ты и окажешься. Да, если твой ад есть. У него отдельный котел есть. Нано! Прямо вообще не парилось, Эвор. Подщечину и рассыпался. Рассыпался мужик. Так. Так, я вернулся, блять. А чё сразу нас уб... Я прям за ним, что ли, пошел? Да я же всех тут убил! Я прям за этим полег, да. Прям за ним, вот прям убил его. А сзади топориком-то меня, мою жопу уже постерегли и засунули туда огромный топор. Сука, это неприятно. Это ни хера неприятно. У вас когда-нибудь был в жопе топор? Странный вопрос, но напишите свой ответ в комментариях. Ну чё там, опять надо убивать? Я не хочу катсцену смотреть в конце-то концов. Да, игра пока думает. Блять, мы опять смотрим катсцену. Нет, ну пожалуйста. А, все, это можно вот так промотать, да. Вернемся в лагерь. Сука, внезапная атака! Держи свой подарок! Красава! Нужно быть осторожнее. Дома можно отстроить. Все? Смотрите, тут указаны какие-то, блядь, эти бочки, хуёчки. Но у тебя есть новый друг и союзник, Сома. Я и мой клан. Буря скоро закончится. Ты права. Я знаю. Так, а что тут можно найти? Просто бумаги какие-то? В это верится с трудом, когда ты... Давайте пару бочек-то возьмем. Нам нужно для того, чтобы отстроить наш клан-то. Пару бочечек. Ну, типа, это материал, да, для отстройки? Нихера, Эвер прыгает. Ебать, она тоже ассасин, что ли? Или это внутри было все? А ты что, используешь кинотелепорт? А нет, ей похуй, вообще прыгает как обезьянка. Ладно, давайте возвращаемся в лагерь.
Возвращаемся в лагерь. Вот он. А, ну тут проще добежать, да. Не буду собирать эти бочки. Если уж надо будет, вместе с вами набег сделаем на серию. Фу, у меня что-то даже голова немного заболела. Меня так забомбило от этого мужика. Вот прям вот реально вот такой вот говнарь. Вот серьезно. Его сейчас убьют и до сих пор выебываются. Выебываются, пока вот свою жопу показывают, свою вот эту вот нахальскую. Серьезно. Я ненавижу таких. Вы меня не победите. Вы меня... Да, ты уже, блядь, связан уже 500 раз. Тебя уже нахуй во все щели отымели. И ты все равно... Давай забудем об этом, короче. Вот серьезно. Вон наш. А вы тут что стоите, ничего не делали? Мы вдвоем там все зачистили. Кстати, реально ни одного этого нашего не было-то. Че, опять бухаем? Дракары, все дела там у нас. Это была быстрая зачистка. Сколько мы? 15 минут зачистили, да? Эйвор, ты путеводный огонь. Ты разоблачила Галина. Призвала его к ответу. Я была в ужасе. Так, а он был предателем, реально? Я бы тоже поступить так требовал честь. Такое предательство, само по себе смерть. Галин убил себя так сам. Так первый вариант был убил себя, а другой сказал, ну и тоже близко. На душе не так тяжко, но сердцу нужно. А хули тебе капюшон сквозь сету проходит? Недоработка, кстати, блядь. Я кое о чем вспомнила. О том, что это у тебя тебе есть. Возьми в знак моего. А, она мне дала, мне, короче... Если будет нужно. Мое войско твое. Отлично, ну мы, наверное, правильно, да? Я Роскона Сома. Благодарю. Бля, шанс был 30%. И еще кое-что. Хотя нет, на самом деле 50, потому что... Мы поговорили с Бирной, пока готовились к битве. Бирна, да, у нее было алиби. И, кажется, поняли друг друга. Вау. Пусть она расскажет тебе сама. Ну-ка, мне даже интересно, что у них там, секс уже был? Эйвор из клана Ворона. Да-да-да, сейчас я поговорю с твоей подругой, посмотрим, что они там намутили вместе друг с другом. Ну-ка, давай-ка, подходи. А, даже та же касцена. Красиво такие флаги придумали. О, это Лив, красавчик в натуре. Бирна! Бирна, сегодня ты одержала победу. Две победы! Не принижай свои заслуги, Дрэнк. Это ты возглавляла нападение. Ты так бьешься, любо-дорого смотреть. Так у меня же клинок не скрытый. Мы все бились славно. И теперь Грэнт Абридж ваш. Вы вернули себе дом. Ха! Скоро здесь будут кишеть торговцы, жрецы и ривы. Ну, короче, как у нас, блядь, понабегут сюда с китайскими зарядками, будут торговать. В сердце Сомы не нашлось для меня места. А пожар уничтожил мой дом. И что дальше? Это что за долбоёб пробежал? Сука, как этот... бежал так, как будто, блядь, в толкан быстрее. В толкан, сука. Он, наверное, в воде хотел справить нужду. Кому-нибудь ещё. Скажем, тебе? Ну давай, чуй. Ты хочешь жить в клане Ворона? И плавать, и драться. Если ты не против. Ну как тут быть против? Ну да я понял. Конечно, я не против, Дрэнк. Рада это слышать. Я уже собралась в дорогу. Вот так вот оказывается, что бля, да заебали уже в толках. Этот, вот так вот оказывается, то, что те, кто плохо себя вел раньше, они оказываются четкие парни. Трудный выбор, достижение получено. Все-таки мы выполнили то, что нужно. И нам все еще предлагают бочки эти украсть, да? Задание, сколько мы снимаем? 18 минут. Но вообще хотел сделать короткий выпуск, но давайте тогда начнем новое задание. Плюс 2 очка опыта к нам, да, дали? Карта на карте, что-то там и на карте. Так, давайте задание, что на задание? А задание у нас вот это вот, получается повысить уровень поселения до 3-го. Новый дом, новое поселение. Стройте здание, заключайте союзы, чтобы ваша слава выросла. Сам ветер зовет меня к Рандри. Сообщу. Заебись. Так, ну давайте мы, значит, материалы нам нужны конкретные, и вот эта вот бочка. Можно получив, с материалом можно получить, совершая набеги, припасы, исследуя мир. Ну, а давайте реально набег совершим сейчас. Хотя мы же сейчас только что его совершили, вот они, эти наши материалы. Давайте их тогда... Да иди похуй на тебя, сразу, в одиночку, блядь. Так, все. Смотрите, 47. То есть бочка это есть припасы. Все верно, это набег, поэтому тут есть припасы. А надо внутрь зайти или как вообще? Я думаю, надо внутрь зайти. Как вы думаете? Я не знаю. Я просто набеги совершаю очень редко и не особо шарю.
За нами вся эта хуйня бьет. Да иди ты нахуй, ё-моё, мне сейчас на тебя. Косой. А я вот на ходу тебе. Бля, вот долбоёб, сука. Лучик ёбаный. Ладно, давайте тут посмотрим, что за припасы. 40, да, походу реально внутри. Надо зайти, как... опять в монастырь надо заходить. Блять, он меня не видел. О, красава. Какой еще краб? Бля, ну долбоёб же, нет. Я же Эвор. Чё ты хотел-то? Бля, ебать, она разносит. Вася, монстра. Бля, так давай с другой стороны, ебани и все. Или можно через верх пройти. Хер его знает. Нам так повезло с заданием, то есть у нас было короткое задание, и нам сейчас нужно просто тупо заполнить. Да и лезь-то уже! Такое мини-коротенькое, чтобы повысить уровень, на этом, я думаю, мы закончим сегодня. Давай-ка, давай-ка. Чё, нет нигде входа, что ли? Так, а где дырка-то в полу? Дырка в полу, нет дырки в полу? Ну тут внутри припасы, а может через стекло можно запрыгнуть? Бей стекло-то, Эвор, да... Хули ты пиздишь? Хули ты пиздишь-то, нет никого. А, да, можете через стекло реально зайти. Бля, так там решетки, сука. Сука, а внезапная атака возможна сейчас? Так это скакун, блядь. Отвлекли его своим свистом и тем временем голову раздробили. Так это сетка... Да, вон я вижу припасы внутри. Бля, да иди... Иди ты нахер. А как же туда внутрь-то попасть? Может через маленькое оконце? Ну туда не пролезть. Там припасы просто, поэтому я, пацан, туда хочу. Ну, смотрите, вот по логике тут можно пролезть. Да куда ты, Эвор, падаешь-то, ебте? Хуятус какой-то там еще кого-то призывают, видимо, какого-то демона. Угу. Так, а может трубу залезть реально? Вот в эту вот трубу. Как вы думаете? Тут колокольня есть. А че колокола не работают? Опять недоработка. Так, это насущный крест наш. Или поджечь здание надо. Или вообще хер знает. Ну как туда попасть-то? Дверь заблокирована чем-то. А чем она может быть заблокирована? Кто-то, не знаю, слон свой член что ли достал, заблокировал эту дверь. В конце-то концов. Так а как? Может быть вот... А как с другой стороны-то зайти, пацаны? Да иди ты нахер, ты заебал меня, мужик. Дай мне припасов поднять. Мое поселение нуждается в деньгах. Пошел в жопу. На. Все. Или через окно надо как-то. Я все, да ты за... Мужик, ну не до тебя, Йоксен, Йохромен. Ты, сука, кто такой? Варкрафт, иди играй. С таким именем. Да, 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 да. Посмотрим, как ты справишься, если тебя... Ноги не будут. Блять, атака соглушения, мало хп осталось. Куда разошелся, мужик? Мужик, куда разошелся? Мужик раза... Блять, у меня стрелы кончились. У меня стрелы, сука, кончились, а у него хп мало осталось. Есть! 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 Муа! Муа! Эйвор! Прямо моя чика. Чика по чикаю, все. О, и хп подняли. Так, я что-то слишком уж увлекся боями. Нам нужно все-таки... Вот эту дверь мы открыли, да? Мы же можем туда зайти или ключик хотя бы какой-то иметь? Опять открыть силы. Ой. Одна не унесу. Чё? Загуди в свой горн. С каким-нибудь мужиком зайди. Так мы же... О, молодец, уже сразу помогите! Здесь. Давай, давай, помогите, помогите, помогите. Я вас ищу. Давайте, я вас ищу. Ну давай, открывай силу-то. Ну сюда. О, молодец. А вот и припасы. Сдвинуть. А куда можно двигать? Нихера себе, мы умные. Погоди, а вот они, припасы-то. Ну, пока все мне. Давай, давай, помогай, помогайте. Друзья, да куда ты пошел со своим этим ему щитом? Тебя тут... Иди отсюда. Не твои скачки, не твой... Придурок, короче. Давай, сдвигаем. Так что, ты помогать-то будешь или нет? Эй, сюда! Ты помогать-то будешь? Кто-нибудь, идите сюда-то, в конце-то концов. Ну помогите, бабёха, ну стои же рядом! Во! Красава, материал, сколько? Получено сокровище. Состояние хуйня. Так, понял. Ищем другие бочки.
Нам, ну, Эйвор там поют. Такая шаманская пень. Плюс 200 припа... О, хорош. Нормально, нормально. Горох хорош. Так, ладно. А как же вот этот открыть мне, реально? Вот эту вот херню. Вы знаете? Тут написано, что створки... А может быть, вот так вот можно? Слышите? Блять, стрелы кончились! Надо... Так надо поверху как-то. Так а тут даже дырёхи нет никакой. Может быть, надо сжечь как... это сено все. Я не знаю. А это здание ни с чем не соединяется. Какой еще Гарфилд? Там кто-то поет про Гарфилда что-то. Да короче, насрать. Давайте... О-о-о! Давайте вот сюда тогда пойдем. То есть вот в это здание зайдем. Опять же нужно его оббегать. Два часа искать вход. Дырку-то нельзя было побыстрее сделать как-нибудь. Эти уже поджигают, пацаны. Ладно, тут мы все контролим уже. В принципе, все контролируем. Осталось только по хуйне все сделать. Так, ладно, давайте наверх пойдем. Тут еще какие-то бумаги. Вот эта вот бумажка, это, наверное, она означает... Слово сил какое-то означает. Но нам нужно войти. Блять, а нахуя я вышел вообще отсюда? Типа... Типа надо... Опять? Эй, подойди-ка сюда. А, это другое здание. Вот, все, нашли сразу все. Еще одну, давай. Я сама тут не припасы нужны, давай быстрее. Да что ты там палишь? Сука, хоть такой, блядь. Давай, нужно сдвигать эту хрень. Все, материал красава. Так, еще одно. Тут дверцы все нормально просто. Где еще материалы? Я не вижу, где материалы. Наверху? Кто-то... Короче, я думаю, нам хватит уже, да, думаю? Думаете, да? Как думаете, нам хватит? Нет, только не в огонь, Эйвор, только не в огонь! Ладно, погнали, короче, в свой город. Нам нужно сейчас конкретно... Где наше жилье-то, блин? Где моя коммуналка, скажите, пожалуйста? Вот она. Телепортируемся в коммуналку, давайте улучшим, посмотрим, что у нас разблокируется в конце до концов, а потом уже закончим на этом серию. Фу, жесть, конечно, жесть. Это прям жестоган полнейший. Ну, так и будем стоять. Постреляем хотя бы. Давай, давай, давай. Эйвор, беги. Беги, Эйвор. Беги. У меня тут клопы под этим, блядь. Подо мной. Так, навыки. Разблокируйте навыки с помощью очков. Так, ну да мы все знаем. Ну чё, будет сегодня прогресс-то или нет? Так и будет загрузка, кстати. Так, давайте, там, кстати, же есть выбор. Можно выбрать какое-то здание конкретно для того, чтобы прокачать. Давайте выберем. Вот у меня прям в Rainstorm, прям Mouthpass почему-то. Давайте первый попавшийся, вот это вот. Ну мы же много нашли, да? Все, нам хватает, ура! Дом рыбака! Так. В этом доме... Так. Похуй, мне нужно здание выполнить. Построить домик. Зачем вообще его домик? Они живут в своей халупе, все хорошо. Строительство завершено. Дом рыбака. Нормально клюет, а? Нормально, говорю, клюет? Нормально. Вот такой рыбак у нас будет, я думаю. Спасибо, Эйвор. Теперь тут и правда рыболовный промысел. А ты кто такой вообще? А ты здесь за главного? За главного у нас... А чё все пиздюшки-то? Но он говорит, что труд учит ответственности. Кроме того, по секрету. Мне с людьми легче болтать, чем ему. Понимаешь? Нет, да. Не понимаю. Хорошо, что вы здесь. Вы оба. Так, повысьте уровень населения до 3-го. Так повысил я! Или нихера? Блять, нахер я тогда копил это все? Какие задания-то? А, блять, вот новое задание у нас разблокировалось. Нахуя я это все делал? Ладно. Короче, давайте это все в next серии сделаем. Сейчас конкретно выполнили одно задание, чуть-чуть улучшили наш городишко. Я просто подумал, что нужно до 3-го уровня, то надо строить здание. А оказывается, нужно еще и заключать союзы. У меня союза-то нет. Но я построил одно здание, и сейчас следующий союз мы заключим.
А пока что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видеоролики. И вот этот чувак не получит с нас ни одного рубля, потому что я знаю, что он кейс дает нам. А мы не будем донатить в эту игру ни одного рубля. Мы и так заплатили за нее дохуя, так что не будет ничего такого. Ну и хочу сказать вам всем удачи, всем здоровья, всем пока.